Здравствуйте. Тут, оказывается, появилась миссия на то вот, свержение того вождя моим засланным казачком. Блин, у него есть еще два телохранителя. Стоп, у него... Да, у него есть еще два телохранителя. Которых я бы хотел, конечно, вырубить. Ну, нейтрализовать, в смысле. Прежде чем идти туда. Потому что они будут мешаться. Это будет бой 2 на 2. Точнее, 3 на 2, по сути. Поэтому... Так, стоп. Где этот чувак? Как его звали вообще, блин? Зок-надзиратель. Да вот я чего и хочу, да, потому что иначе они будут очень большой проблемой для меня и подспорьем для него. Нельзя допускать этого. Да хоть и тут что-то не видно, где есть красные миссии. Так, что-то я уже не туда пошел. Немножко промахнулся. Где-то тут. Какая из этих миссий-то моя? Это не тот. Грублик мне не нужен. Мне нужен выше. Can you go back and save the others? Что-то не очень прикольное место. Так, вот, Зок-надзиратель. Чтобы показать свою удаль, урки, в общем, устраивают смертельные состязания. Чего смертельно опасные испытания. Надо его заклеймить. Blood and death and screaming! This is my domain! Tools already. Not like that. Ах ты да. Ха-ха.
Don't waste my time trying again! Блин, он теперь будет мешаться мне. Да блин, не то. Вот так вот. Капец, они мне мешают. Что делать? If you were one of my Uruks, I'd kill you just to put you out of your misery. Hey, oh, you can't hurt me! Так, ну, по-моему, там за фраг. В голову. Воу-воу-воу-воу, нет. Много жизни, да, за фраг в голову. Ой, не-не, почему я опять? Что опять со мной не так? Блин. I can hear the horns of my promotion ceremony. Вот, ну что ты будешь делать? Теперь эта миссия еще переместилась, блин. Queen Marwyn was possessed. That wizard was using her to get to you. You. Эта миссия переместилась туда. Охота. Почему он слабый, блин? Меня бесит, что. Они мешаются. Sauron and Saruman both pursue the power of the Ringmaker. There can be only one Lord of the Rings. If a Grey Walker turning any of you against me, I can take a lot of you with my eyes closed and one arm behind my back. Там еще один. Где-то же был, где-то вот тут на этой части, по идее, еще один из его банды. Правда, без миссии прям так должен где-то ходить. Может быть, тут, фиг знает. Блин. Неудобно немножко смотреть вот. Вот это, так. Где-то где я примерно. Ну, может быть, где-то чуть глубже. Клак, чё? Кака? А кака хитрый. Или как вот он? Где-то тут. Как бы как мне его выследить, я не очень понимаю. Правда. Там такая область, ну, великовата. Где-то здесь, но он может быть где угодно в этом месте вообще. Может быть, это крепость или что это? Полукрепость, фиг поймёшь. Ты можешь мне еще что-то рассказать про него? Более подробно. Ah!
This globe is nothing! Кто это? I'll be happy to fight you instead of these beasts! Спасибо, ты парень. Почему он заклеймлённый же? Девушка, кака. Ты кака? Да, вот ты мне нужен. А, хилы? I do love a good stomping. Капец, он действительно хилый какой-то. Tear him apart! Ах ты гад. Нет, стоп, нет! Блин! Another blade across your skull. Или нужно, я не знаю. Их так много тут, что фиг знает, нужно или не нужно. Вестник ночи. Блин, капец, он умер, ладно. Конечно, одного меньше, но он бы мог мне помочь. Чё за вестник ночи? Он, может быть, он мне тоже нужен? Или как его там звали? Вот этот, нет, он мне нафиг не нужен. Так, ладно. Вождя не заклеймили, а ой. Капитана, а убили. Пройду на этого тогда. Правильно смотрю? Он реально хилый оказался какой-то. Это кто там такой синий? Синий, это, по идее, мой товарищ. Так, вот это вот, вот то, что мне нужно, я думаю, да? Он был какой-то слишком хилый, капец. Ну, у него так хоть нормально, он что-то не умирает.
Просто если я спущусь, они будут у меня там заплевываться. Нет. А у него хп как будто бы больше и больше. Как он хилится вообще? Кобылки у него. Что они не кончают? Воу, они уже и меня стреляют. Ух ты, гад. Блин. Сейчас его опять пну случайно. Блин. Шутишь, что ли? Давайте на охоту. Блин, я перепутал кнопку. Твою дивизию. Что-то не везет. Пир. Да, устраивает пир. Отлично. Тут теперь их будет полно, блин. You forged the rings of power at his side. Our motives were the same. To heal a land wounded by war. My weakness was to be seduced by evil that seemed fair. He is the master of. Я еще хотел другую миссию пройти вот с этим, с Граугом. Flies. Ну да, ну блин. Не, ну капец. Охота, типа, когда умерли все эти, зафейлило задание охота, то есть ему не надо было дать завершить охоту. Да плюс к тому же еще и я нашел не ту кнопку, поторопившись. Хочу вот эту миссию попробовать пройти, не знаю. Великий Белый Грауг. Торвин готов выйти против зверя из самого... А, из своего прошлого. Торвин! Time to go hunting! У меня есть способность, где я могу? Воу, погоди, у меня есть способность. Наездник из тени, L2 крестик, во. This one's ready for lunch. Стоп, погоди, не ты. I assume you know the path. The real question is, are you ready to travel it? Whatever happens during the hunt, think, what would Torvin do? Actually, that's a good life lesson for you to follow always. I pray your training sticks, or else you'll stick to the wall once the mighty Graug holds you there. I'm ready to fight the Graug. And that's just what you do. Fight!
No art, no finesse. The hunt isn't about swinging and slashing. It's bigger than that. From your perspective, dwarf, everything is bigger. Yes, this Graug is very, very big. Oh, wait, you're mocking me. Graugs are one of the oldest species of Mordor, and the deadliest by far. It's been a long time since I faced this Graug. Let us hope time wasn't as gentle to him as it was to me. My old partner and I once tracked a Graug from Mount Dolmed to Nogrod. We finally slayed it and got stuck under his leg for 2 days. Ah, those were fun times. Last time I saw the beast was when my old partner and I tracked it into his dwelling. How did you get out alive? Luck. The Graug knocked me senseless. When I came to, it ended my partner. Facing that creature alone was a death sentence. Keep up, Captain! Our crossing's this way! I've been hunting this Graug for almost a decade. That's a lot of years of dedication to one beast. Dedication? Or a sign you preach better than you hunt? Oh, that's funny, Captain. I'll be sure to laugh when the beast eats you alive. The mighty Graug will be my legacy. Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in there somewhere. Whoa! The Caragors are too quiet. I don't think the Graug is home. Then we go in and we wait. An ambush? How military. I like it. It's an axe. That's just as sharp as the day our father made it. Что мне надо сделать? Whoa. It's too strong. I must attack from afar. Чему надо типа
идеи было. Лодыжку проколоть. Что? Обучение, оглушение Грауга. Выстрелите атакующему Граугу в голову, чтобы дезориентировать его. А затем... Что? Сойдите с линии его атаки. Надо было сразу к нему бежать. Было бы слишком просто, если бы был тупо Грауг. Блин, он спиной стоит, не могу его убить. Мне не хватает сосредоточения. Стоит спиной, там удобно. О, не-не-не-не. Он опять очень нравится. Фак, у меня сосредоточен. Что, Торвин не будет ничего делать? Ну, опять повернулся не той стороной.
I think he's dead. Well, that's what I call beast hunting, eh? Indeed, indeed. Next time I'm not gonna let you have all the fun. Oh, no, no. This is the last time. I have other prey to pursue. Well, you need help on your journey, so what you say? We put No, Torvin. I have to do this on my own. If you survive... come to the Blue Mountains, eh? Lots of friends there will drink until their kegs run dry. I've seen how much a dwarf can drink. I do hope our paths cross again. Right. Now how do I get you out of here? Intended to refuse. I shall hide you both there. I hope that Torvin finds his way home now that his hunt is over. If he does, then he will find his home is not as he left it. Приз получен брат за брата. Мне надо вот этого, да, на пир. Чтобы где я был? А я тут чуть на север, потом чуть на восток. Thank you.
кстати, еще улучшение не могу сделать. А есть одно очко способности. Так, боевое истощение. Удар плечом, перевес кинжалов, быстрое добивание, стойкость. Стойкость полезная. Огненная стрела, призрачный взрыв. Призрачный взрыв тоже неплохой. Ранговая такая. Ну ладно. Ладно. Попробуем еще раз. Его надо либо убить, либо заклеймить. Другого варианта нет. We celebrate! Eat! Drink! Pass out! Man swine! You intrigue me! How is this possible? Hold it! Make him strap! Not before. Not now. I've got Come on. Блин. Ну и чё? Я опять сел. Чё за фигня? Убегай. Блин, я... Что такое-то? Мне не везёт как-то. Отступаем. Блин. Надо подхилиться. Они бросили своего капитана там? Ну, в чем проблема, блин? Почему я не могу сделать? Нажать на... Блин, придется опять побежать. Я жму на этот, на... Блин, на выстрел. Ой, на какой на выстрел, блин? На какой, на этот, суперудар? Он не нажимается. В итоге их вообще забивается. Ну что, тут нет растений, что ли, понимаю? Хотя у меня, конечно, ХП немножко побольше. Не ноль. Куда ты уходишь там? Проще всего, конечно, всех перебить, блин, на... оставить его последним, но
Не знаю. Их ведь не так много по ней, да? Да куда ты уходишь-то от него? Вот опять не то, не туда. Вот опять, блин. Да... Нет, стоп, держи его. Вот теперь вот так вот. А теперь сломи его волю. Стоп, что я сделал? Это же он, правильно? А пусть тоже его тогда убивает, я не знаю. Или чё? Дать приказ. Вот, отдать приказ. Он может тоже на него напасть тогда, на своего этого. К тому же я его откормил, он теперь... У него силы теперь выше даже. Вот так вот. Наконец-то. Предательство. А теперь у меня то предательство пропало, оно где-то здесь было, миссия на предательство, а теперь появилось оно вот здесь. То есть, наверное, предательство может сделать только один из двух, ну, из телохранителей, скорее всего. Да, теперь тот теперь просто клеймлённый, но не предатель. Ну, как, не собирается его убивать. Так, ладно. Ладно, в принципе, пока все идет по плану. Так, мне куда? Мне на север. Прям вот на север. Прям вот туда, там крепость, небось. А, стоп, я в этой крепости как раз с тем вождем и дрался. С первым. С моим вождем. Воу-воу-воу. Да ты можешь не делать так больше. Он туда допрыгнет, если нет. Тут тревогу поднимать неохота.
Да, ну не так же. Иногда, иногда очень, как это сказать, непредсказуемо ведет себя. Блин, капец, это что-то миссия прям в глубине где-то. Прям вот тут вот на этой дощечке прям предательство задаем. Капец. Попробуем, чё. Там уже часть моих в толпе. We must not shame the Dark Lord. This is my time. Die! Вот так вот. Может, он его просто убьет, да и все. Сейчас я улучшить вот это, наверное. Стойкость мне нужна. Или призрачный взрыв, не знаю. Ладно, пока не буду. Так. У меня тут два... А у него еще один был охранник новый, который не за меня. Ну, он, кстати, вроде как проигрывает. Отлично, чем. О! Молодец, Зок, надзиратель. Отлично. Так. Ой, там этот, там плюшка лежит. Your death is my prize. Becoming Lord Seed is just a bonus. Я её подберу. Убийство с помощью града ударов кинжалом в захвате. Это как-то. Устанавливает сосредоточение. Но сосредоточение не так важно. При скрытом убийстве устанавливается 24% здоровья. У меня стояло на 23% здоровья. Это лучше. Так вот. Уже двое из пяти наши. Надо по такой схеме, надо отожрать капитана, короче, пару раз проиграв ему. А потом... Потом натравить уже его. У этого всего два телохранителя, у той, у этих по три, блин. Это займет какое-то время. Всех трех, я не знаю, либо убить одного там... Двоих заклеймить, либо всех трех заклеймить. О. Step off, blood! You think I forgot that one? Заклейми. Хилы. А как хилы это?
собираю армию. Как ахиллы моют теперь тоже, хотя он ничей не... Ему надо в это, кстати, бы приказать ему голову. Я еще могу его найти? Где он? Где он есть? Ну-ка, погоди. А, блин. Стоп, сломить его. Окей. Чтобы он... заделался телохранителем к другому вождю, раз он ничего не этот, не телохранитель. Проникновение, да. Пусть проникнет. Или он сейчас будет тупо атаковать. Я что-то, может, не то сделал. Не, по идее, вербовка, да, по идее. Если я помогу ему, то он станет хранителем. Правда, нужно ли это? Столько геморроиться. Мене не трогай. Ну ладно, сегодня мы завалили этого легендарного Грауга. Завалили одного вождя. Что уже немало. Осталось еще трое вождей. Есть, конечно, миссия с Литериэль. Тоже можно будет в следующий раз выполнить. Вот. Так что до следующего раза. Пока.